Депутат городского совета Елена Некрасова поздравила детей с началом летнего отдыха. Вручила цветы и подарки председателю домового комитета номер 19 Антонине Колесниковой и вожатой Виктории. А специалисты центра 21 век вместе с детьми делали веселую зарядку. Тут весело, интересно. Особенно мне понравился конкурс на скакалке. И твистер тоже нравится мне конкурс. Ребята постарше продемонстрировали малышам, чему научились ранее. Стрит-брейк-данс, гимнастика. Красивым и зажигательным номерам дети аплодировали. Организаторы праздника уверены, такие праздники украсят лето. На детских площадках пройдут сотни разных программ.